Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості, як завжди, на спортіку. Мій гість настільки любить свій вид спорту, що може буквально сенсі задушити вас від того щастя. Привіт! Слухай, в мене виникло перше питання. Ось саме таке: воно будь-що, не знаю, не типове для професійного спортсмена. Твого е, фаху так мовити, коли ти в останній раз бився не на ринзі? А ну, так, щоб знаєш, не, ну, не раз один вмазав і людина впала. Ну, так, щоб подрався. Прям. О, це було. Це було прям давно. і Я на той момент ще не був професіональним спортсменом. Я на той момент, мабуть, вже виполнив кандидата в мастера спорту по греплінгу чи по чому-то. Це була. Э, нелепая ситуация. Это ну, в школе еще было? Нет, это тоже ага. было. Смотри, дело в том, что я э, профессиональный спорт в, вообще в смешанное единоборство. Я, как боец смешанных и тренер смешанных, по смешанным единоборствам, пришел достаточно в позднем возрасте. Вот до этого у меня была некая база Дзюдо. Э, в школе еще это было далеко отсюда. Это был в Донецкой области, это в школьные годы. Потом В 2013 году я приехал сюда, и только в 19-20 лет я попал уже к своему тренеру краякому Артема. Угу. Это было крайне поздно. До этого у меня был там первый разряд под дзюдо. Вот. И полностью я, как боец смешанных единоборств, я уже воспитанник непосредственно Артем и клуба Витязь. Ну и в дальнейшем уже как тренер сейчас уже в клубе. Вот, и это было, наверное, первый или второй курс, это был день города, или какая-то, это... Это же классика провокаторов. Это классика, это 14-й год. Ты перемиг в тебя да? Да, мне надо... И как перемиг? В Нет, Это было, это очень было нелепо, это было, там нужно было ну, это отделаться малой кровью, скажем так. Это для того, чтобы было избежать конфликта, нужно было просто вопрос решить один на один, чтобы... Что он задремав? Это было так. Было понятно, что продолжать не имеет смысла. Его друзья, которые были ярыми, как бы его ну, поддевали его, давай, давай. Все, ну, это да. закончилось быстро, и как бы нет, не было смысла вообще в данной ситуации Ноль, вообще. Так ты не конфликтная людина. Mm -hmm. uh, я конфликтный человек достаточно, ну как конфликтный, Тримаешь я, руках, я дипломатично решаю mm -hmm. все, все вопросы, uh, но достаточно иногда провокационно и агрессивно, то есть я могу надавить mm -hmm. морально, морально, особенно если это люди, которым я доверяю, возможно от большой любви, потому ну, что розум... есть мое мнение правильно, есть мое, <laughs> чужое мнение неправильно. Ты же понимаешь эту грань своей силы против ну, багатьох людей, которые не понимают, что может нарваться на вот есть такая фраза Ну да, есть такая фраза, да. часто применяемая моим тренером. Сила без разума рушится под собственной тяжестью. И верно, right. вот, я думаю, что с ментальной точки зрения и с психологической я, э, есть куда больше вариантов и приемов для того, чтобы не применять физическую силу от слова «совсем». И я придерживаюсь этого, ага. и никак иначе, поэтому не приходится, не приходится даже желания, нет, я бы не хотел, мне, например, человека жалко, Разумею. были ситуации, когда э, я понимаю, что мне сейчас нужно ударить, ну вот прям, вот нужно ударить, но вот я не могу его ударить, я, ну, мне жалко, вот Разумею, просто, число, я... Поним, я понимаю, а что ну, ну, я его сейчас ударю, э этим все закончится, последствия могут быть крайне Зачай. плохие для него и для меня. И на этом ну, не могу. Я на него смотрю, поэтому все, что, все время, когда я бил вынужденно, первый удар, как правило, был по корпусу. Ну, то есть, вот я вот так анализирую. А -а -а. Вот не знаю почему, вот в голову есть а рациональный спортсмен. Да да, 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 да. Оденьте мне перчатки, выведите меня в, авто в октагон. И мы с ним э поразговариваем. И вы. это будет совсем другая ситуация. Разумеется. То есть, я, я могу заиграться. Ну, то есть, Доминируй, властвуй, унижай. Ну, то есть я <с <с в грейплинге в борьбе это очень ощутимо. Вот эта борьба личностей и покер очень быстрый своими приемами, это ощутимо. И я могу в это заиграться, где-то даже перестараться, передавить. Неважно там в борьбе с кем. То есть тяжелее меня легче соперник, мой друг, мой враг. Но если это борьба интеллектов и такие два гладиатора будут выбрасывать свои приемы, да, это спорт, кто-то выигрывает, стопроцентно. Слушай, а какое тебя прізвище есть? В Так, так как такового не было, как такового никогда не было, но ну знаешь, как видеться просто современные, выводят выводится на уровень шоу какие-то красивые себе прозвища выгадывают. Как только начал заниматься, в зале прозвища были разные. Начал только заниматься, пришел вообще абсолютно... Ну, на завершить? Конечно, на 100%. Первое это было там Аватар меня называли, потому что стиль борьбы Кстати, тогда только фильм вышел Точно. Аватар э, У меня был синий комплект У меня были ага. такие э, Рашгард синего цвета Шорты какие-то светлые или темные, уже не помню И лосины синего цвета Ну просто выходишь, у меня такая стрижка была Выстрижена что-то, ну 19-20 лет прошу прощения Это было, это 14 год, но это давно достаточно 7 лет назад поэтому И тогда это типа, ну аватар Синий будешь тут Прикольно Стиль борьбы был плюс-минус такой. А потом, когда набил шордок, все, о, звезда, звезда пошел, <laughs> пошел. Я так ну, заканчиваю. Ну, круто, слушай, не, ну, нормально. Да, это все было, же это растут. есть, это прикольно. Это... Uh, продолжим, давай пофантазуем. Uh, с кем из бойцов uh. UFC ты хотел бы побиться? Вот это ты залез, смотри, в такую. Я давай. как боец, uh, когда я когда учился в школе, занимался многими видами спорта. И интерес к любому виду спорта профессиональному. У меня пропадал тогда, когда начинал вникать в спортсменов, в их экипировку, ага. в их турнирную таблицу. Детали. Эки, Детали. Эки. Мне становилось неинтересно. Ощущение, что поезд ушел, я ничего не успею, и все. Uh -huh. И я в UFC не знаю ни одного бойца. Наверное, Макгрегор и Нурмагомедов. Uh -huh. Класс! Это, наверное, два, которых я хоть бои смотрел. Я тебе честное слово говорю. Я могу посмотреть разборы техник, на Ютубе сейчас этого достаточно. Uh -huh. Но я буду понимать, что это там боец какой-то, некий боец. И это разбор его техник. Я для себя вы ему какие-то определенные приемы техники и на этом конец я не буду знать, в каком он рейтинге, вряд ли буду помнить, в каком весе он бьется, ну так приблизительно по антропометрии тела я буду понимать, так. но вообще. А это, в целом, даже... среди, возможно, твоих коллег? Нет, мои друзья, некоторые, которые экспортеры, смотрят, смотрят, все знают, ага. все знают. Я и когда мы сидим и на каких-то мероприятиях или на каких-то просто встречах друзей, мы сидим что-то обсуж, они могут обсуждать там а вот недавно UFC две. Ага. 240 а -а -а. какое то или 250 я даже не знаю 240 <сесс> наверное я, я не знаю <сесс> <сесс> <вообще>. <сесс> я ага. вот и они обсуждают а ты видел а ты а я вообще не понимаю о чем вообще не понимаю о чем они мне показывают говорю, а ну да ну прикольно тут вот так вот он поступил а тут там правый оверхенд так в разрез а кинул. ну вот с такой точки зрения я могу что-то проанализировать и дать свою обратную связь осмотреть следить возможно это упущение возможно даже и плохо но нет, все-таки, несмотря на это, я смотрю разные клубы, разных тренеров, разные техники, разные семинары. То есть, ну а... Но Тадди ски... Коннор або Хабиб? Скин. Хабиб крутой, uh -huh. техники у него очень крутые, грэпплинг, я как больше грэпплер, все-таки он неплох. як чоловіка э, вклад в, в, в смішаний діноборст все таки я даю предпочтение конору монтрега. Конор готуйся. Да, да, да. <рес> ми вже скоро. Ну, то все-таки так. Вже трошечки ми так зачепили е, сучасні ММА. Е, Трешток. Тобі близько це чи ні? Ты выкорректируешь? Да, скорее всего, да, нет. Это да. это не есть плохо. Смотрите, мы как бойцы для того, чтобы зарабатывать, мы должны нести какой-то инфоповод и какую-то целевую аудиторию определенную, не создавая вокруг себя ни образа, не умея правильно, я не знаю, разговаривать, вести соцсети и, и выглядеть как 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 что-то запоминать, что за запомин что запомнят, это не интересно никому. Сумно, не, цикаво, не да, каким бы ты крутым бойцом. Не Хотя есть крутые бойцы, которые, которых там в соцсети ведут их менеджера и так далее, но они нереально. Но это, ну, это самородки. Это не то, что самородки. Это такие прям скорее исключения из правил, чем, чем это есть на самом деле. Которые, вот он яркий, он нереально крутой. Он за нього боями просто не хочеться знати, що у нього в житті. Просто хочеться, щоб він вийшов в октагон і показав бой. Дивись, ну трешток використовувати до людини, наприклад, до бійця, якого ти взагалі не знаєш. Наскільки це? Ну, вірно. Ну, що ти йому скажеш? Ну, я тебе, ти мене, а по факту ти ж нічого про людину і ну, можеш і не знати. Я, я не кажу особисто про тебе, що ти так робиш. Ось, взагалі, я таке зустрічав, коли люди перед взважуванням бачаться вперше і починаються якісь розмови. Е, Харшо, да, от давай смоделюємо цю ситуацію, спрацюємо просто от, от, на наш даже сьогодні діалог. Я сьогодні упомянув, що я не вроді би, греплер. Так. А я уважаю на приглашении. А ты, например, мой следующий оппонент. Ага. Это лишь ты там где-то сказал, что ты грэплер. Все, я да, я тебе подрасскажу, какой ты ага. грэппер. А я говорю, это я тебе покажу, я тебе по ударке <laughs> разнесу в пух и прах. Понимаешь? И все. Слушай. Но есть же это, что за Я, я, я стоит. Поэтому это, разумел. опять же, ну представь, мой оппонент скажет, что он греппер хороший. Так. Ты хороший грэплер. Да что ты видел? У ну, нас, понимаешь? Там, если и, завтра бей. И, и, и все. И есть, ну, есть вокруг чего вести. Беда, да, диалог. Всей... Ну, только за счет этого. Это и промоушенам интересно. Это и зрителям интересно. И друзьям интересно. И... Ну... Помнишь свои... Не знаю, там перше інтерв'ю або перше після там, бою, коли тебе п -п -п підійшли до тебе. Журналісти кажуть, скажіть там, будь ласка, декілька слів Як ти себе відчував? Більше хвилювався, ніж на ринзі або октагоні? Ні ні, 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 ні більше. Для мене спочатку, в самому початку, я це так остро по воспринимав, от Октагон закривається, клітка закрилась, і починаються шахмати. И для меня почему-то я воспринимал сам поединок как э, не физическую какую-то, знаешь, какой-то uh -huh. процесс, а более, э, то есть как-то э, психологической точки зрения. Ну, то есть я сейчас бью только для того, чтобы он сделал вот такой вот шаг во время которого я что-то сделаю, он будет думать, что это его uh -huh. игра, а это моя игра. Ну, очень uh -huh. сложные какие-то алгоритмы. Ну, хотя, ну, возможно, ну, это даже хорошо. Но ну, мне было интересно. По крайней мере, на тот момент я прям кайфовал от этого, что вот я сейчас не выйду, буду рубиться. Мне это почему-то никогда не было интересно. Хотя на тренировке надо хочется надеть перчатки, побольше шлем и навешать друг другу и выйти счастливым после тренировки. А вот именно если это соревновательный момент, то это такая тонкая игра. Особенно если хороший интеллектуал, боец, и с хорошей физикой. Потому что они как бы Потрапляют такие частые рубаки. Нет, 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 ни в коем случае. Опять же, смотря какой это клуб, смотря кто за кем стоит, какой тренер, какой уровень Да, если это чемпионат области, там бывают разные. Разумею, ну, много новеньких Это да, это да, 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 которые в разных там организациях работают и там, ну, просто, просто, просто пацаны, которые решили посоревноваться, не вопрос, там бывают разные. А если это уже уровень повыше, чемпионат Украины, если это там бразильская джиу-джитсу или это просто там Панкратион а. Грэплинг. Там уже ребята, ну прям элита областей приехала для того, чтобы показать, какая область Станя. лучше. Да, там уже, конечно, передовые технологии. Ну, передовые технологии для нашей страны, для нашего а. ММА, для нашего грэплинга, для нашей борьбы. Ты гоняешь вагу? Да, конечно. Сколько Грэп... зараз ты важишь? Сейчас 71, где-то 72. А тв... Твоя вага, в какие ты выступаешь? 61. Ты десятку скидываешь? Десятку гонял. Пос... На последний бой, хотя он был достаточно... Ну, на... на последний профессиональный бой, когда я выходил mm -hmm. в октагон, я гонял да, 9,5 кг. Я важу сейчас 64. Как мне набрать 71? Как Очень... ты набираешь? Не... Сейчас появилось больше работы. Чуть-чуть меньше тренировок, ага. а, организм я разогнал в свое время до, ну, до того, ну, до, до до того лиза, этапа, ага. что у меня потребление калорий, например, я там всегда определенное количество калорий, я их не вырабатываю, оно все откладывается. Вот вот, вот крайне примитивный принцип. Но зато начинаю тренироваться, качественно, угу. значительно и, становится легче. И до побачения все заево? Ну, хотя бы килограмма 2-3 уходит сразу. Но мой рабочий вес, даже когда я выступал и, и тренировался

Сейчас я вешу 71, я понимаю, что 2 это, ну, это, такое, это некачественный вес. То есть мне 69-68, это будет мой качественный, на который еще бы килограмма 2-3 чистой физики, и потом гонять и оп оп опять, же эти 9-10 килограмм. 9-10 килограмм согнать, это ну, для меня никогда не было проблемы. А вообще э, скинутые скинутый чиномраты для, для <связывая> тебя? Я выходил Сейчас скажу тебе, это был на последний бот, и предпоследний. На весах я показывал где-то 60-800-61 килограмм, а на следующий день я выходил где-то 65-500. То есть за сутки где-то 5 килограмм наливало меня водой. Восстанавливало. Ну да. Нормально. Ну вода, минералы, ага. все, как, все как положено. Згадай Би, в якому ты парамих? И реакция твоя была: «Вау, вот это я красавчик". Вот это я вообще прям научился, что я рублю, Боже мой. Даже не вспомню такой бой. Вот почему-то, опять же, когда мы выигрываем, наш мозг воспринимает как ну мы должны были выиграть. Мы не готовимся, как правило, к, ну к плохому. И, и после победы у меня возникает какое-то, как знаешь, некое опустошение такое. Ты вот три месяца ага. жил одним днем. И у вот... тебя не существовало ничего, кроме этого. И ты выиграл, и идешь домой. Даже когда еще ты на турнире, там еще все хорошо, там еще зрители, там интервью, там с кем-то общаются, друзья поздравляют, соцсети. А когда ты подходишь к квартире и вставляешь ключ замочную скважину, все, все, все пропадает. Ну, а как-то ты. Что дальше? Тебе нужна некая снова, какой-то день, какой-то якорь, какая-то мотивация, ради которой ты будешь работать. Работать просто. Ну, Сейчас я работаю только для того, чтобы просто поддерживать ту форму, которая у меня была, каких-то стартов или красивых интересных поединков лично мне, как личности, сейчас сложно найти. Слава богу, у меня есть дети, с которыми я занимаюсь, есть центр, молодежь, детский молодежный центр «Лидер», частью которого мы являемся, и это, это, наверное, самая крутая мотивация. Потому что есть новые проекты, новые ученики, новые старты, ну и много нового, с помощью чего ты себя подпитываешь, вдохновляешься. Что ты чувствуешь, когда видишь, как як малый, которого ты чему-то научил, Те, що ти знаєш особисто. Ну, можливо, там твій тренер навчив тебе, тепер ти вчиш інших, mm -hmm. і ось ти бачиш, коли цей малий щось робить, як це робиш ти. Це, от істинне щастя. Ну, це вот, вот, ну, я, я, не, не передать словами. Я достатньо критичен в себе, але вот в такі моменти, знаєш, ти не бути, а человеком бути зобов'язаний. В такої ситуації ти розумієш, що у тебе був час працювати з ребенком, там час полтора которые родители, во первую очередь, тебе доверили, это колоссальное доверие мне как человеку. Я бы очень скрупулезно выбирал бы тренера своему ребенку. Вот. И тебе доверили на час, и он за это время стал немножко лучше. Mm -hmm. И ты понимаешь, что значит все не просто так. Ты не просто так много работаешь, ты не просто так много учишься. И вот этот маленький человечек, этот белый лист бумаги, он сохраняет свою индивидуальность, свою личность. вчитися чомусь новому, що може йому як-то способствовать і помочь в житті, можливо, і це круто. Якщо не помиляюсь, ти зараз працюєш, скажімо так, в аграрному секторі. Так, точно, так. До тебе приходять люди, або приходять, я не знаю просто, як давно ти працюєш. І, наприклад, ти сидиш з санцями на обличчі, або, я знаю, ти в Приватбанку працював. да. да. так. На обличчі сліди тренувань або змагань. Як реагували твої колеги? Казали. Что трапилось? <laughs> Или як? Як бывало такое, бывало, но как бы окружение понимало, что все, все знают по факту. Не все, не все партнеры. На данный момент не все мои клиенты, не все мои партнеры, друзья, с которыми работаем там, с других бизнесов, не все э, знают мою угу. вторую, вторую мою личность. Это я... доброе, как ты уважаешь, чине? Э, да. Да. Поначалу, если это первая, вторая, третья встреча на переговорах, это хорошо, что они знают, потому что будет призятое отношение. А вот, ну я бы, возможно, даже не хотел, чтобы кто-то знал, потому что э, воспринимайте меня как э, как своего партнера в работе, бизнес с бизнесом работает, э, как э, как помощника, как ну, полноценно э, на переговорах мы две личности, которые пытаются о чем-то договориться. Вот они а о том, что если не будет воспринимать меня в первую очередь как бойца, ну во-первых, отношение к спортсменам есть некие стереотипы. Будем меня такое питание? Але будет да, есть некие стереотипы. Ну, я думаю, что не возникает. Кстати, чаще было тогда, что еду там последние две тренировки перед там вторым моим профбоем, Я еду с банка там в пиджаке в рубашке с галстуком, сумка сумкой, такая кожаная сумка небольшого размера. Там помещали так перчатки две и сверху форма и ага. принадлежности. И знакомый, это был третий второй или третий курс. Стоите на Академии, тут мне недалеко. Я она спрашивает: куда ты едешь? На тренировку. Это чем ты занимаешься? Фитнес-зал или что-то? Я говорю, да нет, я это у меня там через пару дней это там афиши по городу, там что, профтурнир. Это еще на Богдана Хмельницкого было. Ну что, прям там что-то колоссальное какое-то. Говорю, да вот буду биться здесь. Ты бьешься? Вот так. У тебя смешанный единоборство. Ну, а у мене там Челочка, третій курс, Рубашка, галстук, Приватбанк. Понимаешь? Ну, Понимаєш, який ну, Ну, Слава Богу, все пройшло добре, і це хорошо. Коли бачиш людину в залі, бачив, яка тренується більше за тебе? Що відчуваєш? Опять же, конкурентна борьба. Знаешь, это сделай на тренировке на один раз больше, и на протяжении года ты сделаешь на 365 раз больше, чем ты мог сделать. Поэтому... Так и по життю? Так и по жизни, да. Да, вот прям это 100%. Как карьера повинна завершиваться для него? Для бойца сейчас крайне важно, чтобы за ним стояла какая-то спонсорская программа или хотя бы какая-то поддержка из нее потому что на данный момент то, что я знаю, то, что я вижу, и предложения, которые поступают, я вижу, этого недостаточно для того, чтобы ты полноценно тренировался, оплачивал себе питание, зал хорошего тренера, хорошие витамины, комплексы восстановления, восстановлений организма, тебе недостаточно тех гонораров и контрактов, которые предлагают. Поэтому на данный момент я, Моя... не, я, я не буду питати тебя про цифры. Например, завершается бій, Ты можешь купить себе машину? Нет. Сколько для того чтобы треба, чтобы ты купил себе машину? Для того чтобы ты купил себе автомобиль хотя бы там, среднего класса, mm -hmm. ну, там порядка там 10 тысяч долларов. Тебе нужно забрать или пояс хотя бы ну если говорить за промоушен Украины. Вот заберешь поезд какой-нибудь категории, тогда да, ты автомобиль себе купишь. Mm -hmm. э -э но для того, для того, чтобы забрать поезд, тебе нужно провести 6, наверное, 7 поединков. Ну, хотя бы 5. Ага. Если ты, а если ты И любитель... Совершенно ты про э, бои, какие цех их пятый-шестый будут. Естественно, у тебя должна быть какой-то любительский рейтинг, ты должен где-то стартануть, должен получить, Ну, слава богу, сейчас есть возможности промоушенных лик, более чем достаточно молодые парни могут. Но 7 поединков в год ты можешь проводить, ну, чтобы качественно поединка 4-5. Это два года не получить травму на протяжении всего этого времени. Тебе 20 лет, тебе нужно за что-то тренироваться, жить. Поэтому, Конечно. Никит, это, да. это, это, это сложно. <связывается> Разумею. Дуэль поглядов. Как э -э спринимаешь взагалі? Это уже для тебя первый раунд. -э да, там все видно. Там это, это, это прям точно ты по взгляду понимаешь, как человек выходит и как он на тебя настроен. Это было такое, что ты напротив людины стоишь и понимаешь, что он кисель какой-то. Да. Да? да. Угу. А раз думал, что... Я думал, что предварительно он кисель, я смотрю и я понимаю, что будет рубка. Да? Да, я понимаю... Так оно и было? Так оно и было. Хотя я рассчитывал, что я на него посмотрел, думаю, парень, куда ты лезешь? Ну, прям вообще. И мы начинаем биться, он у меня уже на руке висит, я слышу, у меня же связка рвется. Я как-то вылез, в конечном итоге выиграл его. Но я не ожидал, что будет такое. Я от него вообще ничего не ожидал. Думаю, проходняк какой-то. Сейчас все будет быстро, тренер, не переживай. И мы стоим, а парень настроен биться. А помнишь свой первый погляд очи в очи? Да, да. Я почему-то предварительно насмотрелся всех этих... Как все сделать? Ну, нет, не как это сделать, как это делают другие, ну, там, крутые бойцы. И я там накрутил себя, там супер бойца, Никита, 20 лет. Первый профбой. Было ну, это, в бою не так? Э, вышел, настроился. Вот как-то вот этот мой настрой, вера в себя помогла мне и во время поединков взглядов, и во время поединков в живую в октагоне. Как-то на такой уверенности я пер. Ну, просто это, вот, вот это помогло. И было волнительно. Я не понимал, это, можно моргать или нет. Ага. Куда смотреть, в глаза может, не Может, назад. взагалі <laughs> не <laughs> можно да, моргать? Да, да. Некоторые, некоторые отворачиваются, некоторые без разницы, они смотрят в никуда. ну... Uh -huh. Я не смотрю на него так, он никуда, ему без разницы, что ты там делаешь, показываешь, ну как правило. До речи, нет. твоя статистика? 5-1, uh -huh. 5 побед, 1 поражение пачкам. Ты завязал с этим уже? Не могу сказать. Не знаєш. Не знаю. О, якщо Бу, буде. Было бы хороше предложение, была бы внутренняя мотивация, бы еще раз вищав. А Как це взагалі відбувається? Тобі хтось телефонує. Менеджер, мене так, кажуть... да, менеджер какой-нибудь лиги пропонує, что вот бой, такой-то дата, такая оплата, такой-то процент этого менеджера, угу. і ще і все, і ти или, или еще что-нибудь. Ну, це може бути і в Україні, і в іншій да, країні. Да, 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 да. Последний раз предлагали, не, не помню, на Новий год в Швеці, В Швеция, 1000 угу. плюс 1000, что-то такое. Э, ну, короткое уведомление было: неделя или две, две, три недели было. Я бы, возможно, даже. Ну, я некачественно бы подготовился, рейтинг не хотелось испортить, Новый ну, год, разумею. ковид. Ну, непонятная была ситуация. Хотя было интересно, и боец был интересен. Ага. Там был такой сильный рубак, а тренер предложил. Мы еще день-два подумали. Прям уже даже я такой думаю, может, уже стоит и согласиться и побиться давно не бился. Но потом стали встал на весы, посмотрел ага. свой тренировочный кем и я понимаю что за три недели я качественно с перелетами со всем этим ну, не подготовлюсь, это будет не то не то что нужно а я не хочу так ты якщо напоминаю, ты из Донецку да из Донецку ты переехал у в в какого 13 тринадцатом я поступил uh -huh. когда было еще все в порядке надеюсь когда-то это будет все в порядке в тринадцатом году поступил закончил школу поступил в Днепр в строительную академию uh -huh. на инженера-конструктора промышленного гражданского строительства, что и успешно окончил, после закончил еще не одно образование, но тут не суть. И в 2013 году и начал заниматься, в конце 2013. В конце 2014, наверное. Уже, как тебе взагалі Днепро, место? Были варианты с очень небольшого населенного пункта Донецкой области, с очень небольшого. И я в Днепр приехал, подал документы. Второй раз я сюда приехал жить, 18-летним парнем. Uh -huh. Вот, все. Больше тут не знал ничего. Не в приемную комиссию я дал документы. Здание сзади это было общежитие на тот момент. Uh -huh. И второй раз я приехал сюда жить. Все конец то Я был точно так же в Харькове, поехал, подал документы. То До сейчас уже как бы объездился. наборством ну, ты начал заниматься в uh, Да, да. Я в школе, когда учился, я занимался дзюдо. Выступал немного, но выступал. Uh, у меня был тренер Елена Сергеевна. Это прекраснейший человек. Э, такая mm -hmm. невысокая женщина. Интересно, что у э, вас, Да, да? Она, она мастер спорта по дзюдо и отец бы, э, там, до этого тренировал в дворце спорта, как я если я не ошибаюсь. Вот он э, по самбо по дзюдо и вот э, к ней попал uh -huh. молодым парнем таким достаточно. И а даже неплохо со стойки бросал. Первые мои соревнования в Днепре, как я начал уже заниматься, были по унибору. Это мне очень сильно помогло плавно войти в смешанные единоборства. Это универсальная борьба, это шорты и курточка, Точно. кимоно. И у меня была возможность там побросать. И я на первых же соревнованиях на чемпионате области, было очень много людей, но я стал вторым. И я такой, а так значит можно. И я вот после этого, это был таким толчком, вот очень повезло, что я плавно вошел выступать уже по другим видам спорта. С помощью унибора, и это отсюда очень перекликалось. Но в вот Цюдо каких-то больших вершин, не кандидату мастера спорта, первый юношеский разряд, не, не более. Когда ты разумеешь свое доминирование над суперником, как действуешь? Я давлю дальше. Ну, я знаю, что. Ну, и как есть такая фраза... Ты когда... швидко закінчиш поединок? Або так, будешь да, Да, нет, не буду. Я нет. закончу, и только при любая возможность, стоит закончить поединок, я его закончу. Вот прям сто процентов. Когда спишь в твоих снах, ты бьешься? Ну, иногда бывает, анализируешь что-то. Анализируешь, выходишь в Октагон или после тренировки очень такой заряженный, когда там да, продолжают. Анализируют ситуацию, бывает. Это сто процентов бывает. Бейцы: будь-яких взагалі единоборств, тупи, по большей мере, або нет. Мы сегодня так. Ну, если честно, но по большому счету ну 70 на 30 100%. Почему ну, так? У тебя 30 процентов, как правило, доходят до финала или становятся крутыми бойцами. это интересно. Ну, есть исключения, которые не сильно, ну, тупые это громко сказано. Ну, это я сказал. Ну, да, да. Ну, такие необделенные, если, если сильно. Ага. Ну, то есть, как бы, они хорошие парни, они это делают по доброй воле. Спорт для них очень много значит, они выступают, но если столкнется хороший техничный борец, э, боец, uh -huh. техничный боец с, с, менее IQ бойца будет ниже, но он будет сильнее, и техника и разум все-таки выиграет силу. Это 100%. Перемога с или нокаутом с э, Так получилось, что сабмишины это большинство моих побед это uh -huh. сабмишины, как правило, все. Да, все, наверное, сабмишены. Вот Садил ли я кого-нибудь на задницу, в челюсть, ага. да, на тренировках было. Ощущение невероятное. Оно несравнимо, когда ты Я просто помачиваюсь, как посмешка. Невероятно. Это можно сравнить с чем-то таким за гранью. Просто когда ты понимаешь, что, окей, ты кнопкой выключил просто человека. Ну, наверное... Я би хотів виграти хорошим да. нокаутом. Щоб сильно бити, що треба робити? Фізика, тренування рваного, типу віджимання, потягування, швидка, комплексна статика, динаміка, угу. чередовати з утяжеленнями, без утяжелей. Тут ну, много є варіантів. Було таке, що під час спарингу на тренуванні ти прям заробився з партнером. Ну, щось тобі там да. стукнуло в голову. Да, да, було. Шкодуєш про це? Да. Пару раз прям жалею. Как это произошло? Можешь описать ситуацию? Было несколько ситуаций. Ну, когда я прям перегибаю. Ну, я, я чувствую, что я заигрываюсь, Вот. И была одна ситуация, такая личного характера, но я и поделюсь. Мой младший брат пришел без капы на тренировку. Угу. И да. я говорю, ты почему без капы? И стал боксировать. Хотя он, он хороший спортсмен, я им горжусь. Он, он весил 120 килограмм, сейчас он весит 73. Он сделал минус 47 килограмм да, меньше, чем за год. Сейчас у него форма, наверное, по физике э -э возможно, даже лучше моей. Но в тот момент он еще был юн, и глуп, пришел, забыл кап и стал боксировать спарринг, в спарринг стал. Говорит, ты почему без кап? А, да. да нормально. Нет, не нормально. И мы одели перчатки. И я его обрабатывал три раунда по 5 только по корпусу. Только по корпусу. Я его садил в солнышко несколько раз. Ага. Или чтобы не бить в голову. И когда я его посадил последний раз, что он прям и не может... Ибохнуть, ну, он съел прям крепко. И, ну, мне было тогда неприятно. После того, как я понимаю, что я заигрался вот этим вот воспитательным, хотя по факту кто я, чтобы его воспитывать ну вот таким вот неким уроком во избежание куда тяжелых последствий ну ему просто могли выбить зубы да, согласен но дуже, ну, ему в 19 лет юношеский максимализм не позволяет прислушаться они ж, ж и сказать что я жалею ну наверное где-то возможно ну передавил потому что я понимаю что, ну, передавил я ну, пере переиграл угу. возможно нужно было это куда более лояльно сделать но мои методы достаточно жестокие но они работают я думаю, по крайней Она мере. Ну, я его люблю очень сильно, я ему люблю. <laughs> поэтому брат. <laughs> Згадал, Слухай, поставил бы остальные гроши на себе в бою? На свою перемогу, звичайно. Я, я, вообще... не я, про может, це. Не про это. Я не знаю, даже у меня в паре матчей как для каких-то матчей даже, <laughs> даже, наверное, аккаунта нет. Я, я, не, я, не умею, я не играю. Не азартный ты, людина. Азартный поэтому и не играю, наверное. Ну я азартный в плане конкуренции. В конкуренции на работе к тому. Я азартный к работе, к делу, к соревновательному моменту. Азартный. Если мне что-то зацепит, я не оставлю, пока не стану в этом лучшем. И, ну, то есть, есть цель, не вижу преграды, я дос ну, достигну своего. А зачем мне начинать играть в игру, где играют, мной, а не я? Ну, то есть, ну, это не ли. мои правила. поэтому... Хотя, yes. хотя я знаю, что ребята ставили, когда я бился, uh -huh. ставили, и мне говорили: а вот мы тебя поставили на твою победу. Это поддавливало. Ну, то есть, как бы мне Краще это было. Таки, не было да, так, лучше бы я об этом не знал. Uh -huh. Ну, то есть, зачем мне это лично? У меня информация, у меня вот есть единица. Так так я выстачаю, не думаю там, о думок. деньгах, о гонораре в конце, о том, что я поставил, не поставил. Мне задача не заработать денег, а выиграть этого человека. Вот и все. І останнє питання: найкраща порада від тренера? Я вже говорив ту фразу: спортсменом можеш ти не бути, а чоловіком бути Тому... Друзі, ну На що ж, залишайтесь людьми. Мабуть, що найкраща порада не лише для Артема. Так, це був Нікіта Двченко. На спортіку. Побачимось і тренуйтесь.